Доброй субботы всем! Предпасхальная атмосфера в нашем парке иммигрантов сегодня мероприятие. А вот и эстафеты для детей. Погнали сюда, Лео. Лео, смотри, какой заяц громадный, Лео. О, хай-фай! Бум! Найс! Лео, давай! Покажи! Вау, молодец! Ты полицейский будущий? Вот как выглядит фестиваль праздник. Лео, что ты с собой несешь? Лео, что это такое? А куда ты ее? Зачем ты ее несешь? Что ты будешь собирать сюда? Лео будет собирать яички. Здесь начинается уже, вот милиционеры ходят. Шериф, да, похоже, они только начинают. В теннисном корте разлаживают яйца. А вот и эстафеты для детей. Погнали сюда, Анют, Лео. Сегодня в парке иммигрантов предпасхальный праздник. Всякие организации, ну и самое главное, вот этот Missions Oak, вот этот комьюнити-центр, которых таких несколько в городе, и оказалось, что в заднем дворе нашего дома вот такой находится. Сплэш-парк. Все, кто дети не хотят ездить на американские горы или на водяные парки, вот сюда приезжайте бесплатно. Вот schedule на 2018 год, когда он открыт. Лео, что ты видишь? Туси. Давай посмотрим автомобиль. Привет, Сергей. Nice to see you. Вы с пацанами? Да. Лео, смотри сюда. Привет, парни. Привет. Здравствуйте. Привет, Аня. Лео, смотри, какой заяц громадный. Лео. Воу. Смотри, какой шериф. Смотри, какие разноцветные фары. Тебе нравится? Вау. Who is that? Say hi, bunny. Hi, bunny. Oh, high five. Boom. Nice. High five. High five. High five. Мероприятие на сегодня. А здесь раскраски. А здесь эстафеты. Привет, Алина, расскажи, что происходит здесь. В прошлом году тут не было так, как сейчас. Вот, потому что там были всякие тикеты, и мы могли что-нибудь выбрать, но... А в этом году нету, да, таких? Да. Я тоже заметил, что нету всяких эстафет, всяких приколов. Ну, есть игры, но вот у них тикеты не дают. А, да, и раньше? Тут, да, и раньше это было. Давай. Собирай. Быстрее. Двумя руками. Вот эти бери, опускай корзину оставь. Давай, двумя руками. Лео, покажи, что у тебя, покажи. Вау, молодец. 13. Сколько? 13? Вау, ты полицейский будущий? 50, Лео, молодец. Что это такое, Лео, что там? Открывай все. Еще одна штука, смотри, ее ставишь вот так. Алина, ты кто? Я тигр, или как называют, певица. Лина, это леопард. Да. Красиво. Лера, а ты кто? Бабочка, которая нет уха. Похоже, бабочка. Смотри, бабочка и леопард, две девочки. Вот как выглядит фестиваль, праздник. В прошлом году немного больше было эстафет. Здесь под деревом стояло очень много всяких палаток. А сегодня вот просто так народ гуляет, волонтеры, шерифы маленькие делают для них игр. Лео выиграл, собрал 13 яиц, да. Ну все. Это был такой мини-выход на природу в последний день марта. Всех с наступающей Пасхой. Если она уже прошла, с прошедшей Пасхой. Христос воскрес, воистину воскрес. Хорошего выходного. Увидимся с Богом. Bye.